think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня будем выбивать себе в основу недостающего героя. Это не имба, но недостающий герой. Сейчас посмотрим, что у нас тут по акциям интересного. Альфа-мех. Киндер-матрон. Так, интересно, что по рынку. Не, не добавили. На немке добавили. Добавили зато 8 эмблемы. Ну, в принципе, неплохой талант. Единственное, что работает, когда герой атакует. 100 баксов. За вот этот пак. Ну, такое себе. Не ахти. Так, наборчик за один самик забрали, отлично. Ну что, поехали. Не будем тянуть. Я думаю, 1400 сейчас просадим, как минимум, на выбивание. Триантик, Джамбир. Ну, последние герои нам падали где-то в районе 150-200к. Так, посмотрим, что у нас интересного будет. Сможем ли мы вложиться? Ну, я думаю, что возможно и не сможем. Что-то такое предчувствие. Вала-вала. Thunder God. Что-то как-то так притормаживает, не знаю. Вообще не падают лиги. Что, они еще хуже дроп сделали по сравнению с предыдущим. Кстати, после прошлой обновы реально герои начали хреновенько падать. Ну, магазинки это, конечно, классно. Второй триант. Гаргул. Малышник. Вала-вала. Да, шанс выпадения. Деск Найт. Ниндзя. Одни магазинки реально падают. Это просто жесть. Только самые имбовые герои. Медуза. Да. Мега имбовый дроп. Сейчас я перезагружу плеер, потому что, ну, что-то нереально подвисает, не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за того, что эмулятор был длительное время открыт. Или все-таки подвисает после обновления, потому что на некоторых серваках были проблемы с этим. Обнова, честно говоря, вообще не порадовала. Новый босс, конечно, прикольный в КБшке. Так, в принципе, ничего более такого интересного нет. Эспирита, Паладин. Вот сейчас вроде получше стало. Блять, что это за дроп? IGG, что это за херня? Вот реально. Квин Вашп, Варлок. Блин, мне, кстати, Квин Вашп с Би что-то очень
Сразу Бравл Старс вспомнил. Опять еще один Варжей. Нафига мне эти герои? Thunder God. Гарпия. Смертушка. Ну, смотрите, одни и те же повторки падают. Гаргул был уже. 6. Короче, я тому рандомчику, ну, не удивляюсь уже. Фараон. ПБшечка. Сколько у нас было, я что-то не посмотрел. 670, по-моему. Ну, уже порядка 50-60к уже слили. Жесть. Леди Лео. На немке уже продают за 200 баксов. Джамбир. Варлок. Гринфилд. Оккультист. Ну, это уже получше идет. Еще один ниндзик. Вторая седна. Но Криэйшена не было. Блин, реально жесть. Плант Вориор. Еще один ниндзик. Бугимен. Ну, этот рандомчик, это просто пипец. Седнушка. Я в шоке. Айс Леди. Дракос. Все, минус 100к где-то. Скоро будет. Нифига не падает. Тан-тан-тан. Так, пора подрубать админ-панельку. Кевин Варшп. Медуза, Суккуб, Купидон. Есть! Вот так вот, ребятушки. Пропустили мы этот момент с вами. 100к всего лишь. В принципе, не так уж и много. Поехали ее откроем. Activate. Пью. Ну что, можете меня поздравить. У нас уже эта имба есть. Сейчас будем ее прокачивать, смотреть на нее на максималках и тестировать против других героев. К сожалению, битва гильдий вчера уже прошла. Хотелось бы там на нее посмотреть. Но посмотрим, что это за имба. Хочу ее собрать полностью на атакующую сборку. Посмотреть. Возможно, с новым талантиком потестировать. Он, в принципе, неплохой. Посмотреть, как она будет дамажить. Потому что дефный вариант, ну, я не знаю. Герой не особо, скажем так, востребованный будет. Иммунитеты точно такие же, как у некоторых героев в последнее время. От скилла зависят, включится, значит, будет, не включится, значит, не будет. И это печально. Так, чисто дамаг, конечно, она должна выдавать обалденный. А вот... по дефу, ну, не знаю, бессмысленно. 10 целей все-таки не ахти, скажем так. Но попробуем. Что-то нифига на домах ничего не падает. Хочется новый талант на ней достануть, посмотреть, как он будет выглядеть. Ну, пожалуйста, изи просто. Заказывали, получайте. В общем, такие вот дела. Вытащили, в принципе, за 100к. В последнее время так где-то и падают герои. Очень удивительно. Я ожидал, что все-таки... побольше мы потратим. Ну, видите, вложились в лимит. IGG нас услышали.
В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосиков с тестами. Всем удачи, всем пока.